Всем привет! Мы сегодня на шикарном озере. Вот такая красота! Самое классное озеро в этом сезоне. Самое классное озеро, да, где действительно отвели душу. Спасибо Андриану за то, что пустил нас на озеро. Спасибо Джику, его отец. Спасибо, ребята, потому что, честно, отвели душу на этом озере. Весной, летом, обалденно. Рыбалка здесь запрещена. Как говорится, мы только через вот так вот, через по дружбе, как говорится, приехали на рыбалку. Пока тут... запрещена. Пока, да, пока запрещена. Как только что-то будет, мы вам сообщим. Да, сразу. Да. Но выключи камеру. Саня будет наливать, наверное, мелкий крапушор. Аккуратно, Санек, чтобы его сразу аккуратно и выпустить. Да, да, да. Мелкий крапушор. С почином? Да. А я как, ну и как у меня рак отбил? Ой, какой он пузатый. Ну так, он готовится. Аккуратненько, Сань. Досада, мама, тата. Можешь поцеловать и отпустить. Ну, слайбоковид. Да. Слайбы ковид. Ну, тихонечко, да. Да ты-то, Андриан, тот его... Тарий, рупе ботула. Да. Посечка как на... Да, да. Зачем? Это карпуша, он все уже повел, все, он уже... Надо тихонечко вытаскивать и отпускать. Да, это будет сегодня карп-фишинг. Да. Да, ну... Да. Не, Санька, это... Отсечь его, а? Да никак не отсекешь. Это надо будет, наверное, удочку или не забрасывать, или попробовать на червячка. Не, побольше крючок. Да ну. Да ну. Ничего себе. Смотри, он сам выходит на берег. Он идет травку, он знает, куда идет. Давай, чтобы не... Не повредить его. Смотри на эту удочку. Да ну. На, Сашка. А, Сашка. На. Смотри, резко. Резко провисла. А вот это карасик. На червячка, а ну. Не, это карасик. Судя по всем данным, это карасик. Так, и мы его аккуратненько. Вот так вот. А, нет. Ага, черный карпик. А, какой он красивый. Лёха, примажу выбросить, дрожжи? А? Нет еще, да? Ну, мне кажется, и не надо. Это только... О, красавчик. Пошел. Дать экстрактор? На. Не, вот, Сань. Но я не хочу его повредить. Так вот этой штучкой, оно как раз отлично, оно снимает его вообще не... Он чисто до крючка доходит и само снимает. Где поплывок? Где-то здесь. Вот он, на берегу. Вот. Попробуй, Саня, чтобы отсечь мелкого, это только надо дать крючок поставить побольше. Да. И поставить две кукурузины, чтобы он не мог его схавать. Он будет его мучить. Я вам трозапом присуну, обратно под хель одел крат. Так вот, нам подарок сделали. Арбузик такой шикарный. Спасибо.
Да. Вот такая, ребята, красота. Жику, Андриан, спасибо. Вот такие вот красивые дыньки с арбузами. Отдыхаем, ребята. Так, куметру. Мы сегодня на рыбалке без Сереги. Куметру, как говорится, в Германии. Так, Серега, чтоб у тебя там все было хорошо. Будь здоров. Ах, Серега, Серега. Какая красота. Так, ребят, сейчас будем пробовать на вот такой монтаж на подсос на макух. Вот такой вот скользящая ласточка у нас. Здесь стопорное кольцо для макуха. Сейчас мы это все зацепим и отправим в озеро на крупного карпа. Пока у нас только мелочь клюет. Вот такой, ребята, у нас монтаж. Сейчас прицепим крючочки. Попробуем на кукурузный жмых. Самый ходовой, как говорится. Посмотрим, может, крупный карп все-таки нас не обойдет вниманием. Значит, поклевка была. Так, ребята, рыбачим мы сегодня. Значит, здесь у нас удилище спринт от какой-то китайской Пхоникс. Катушка у нас польская. Мистрал, мистрели, мистрал. Вот такая катушечка. Санек сегодня рыбачит на карповичок от Микада. Голден Леон, золотой лев. Хорошее удилище. 3700. Вот у Сашки уже поклевочки есть. Катушечка. Ну, катушечка, конечно, кобра, да. Катушечка кобра. Нормально. И мое удилище верховое. Поплывочек у нас от Микада, пятиметровка. Катушка Риоби, рабочая лошадка. Но надо добавлять уже леску, Саня. Я смотрю, что лески там уже маловато у меня. Так, ребят, у нас... А нету ничего. Да. Нету ничего. Я понимаю, что... Он опять уже дергает. В этом, да. В Боробое, когда мы были. И вот на макух тоже кукурузный жмых. Саня, только я отпускал, забрасывал в озеро, только оно касалось дна. Угу. Оно еще даже, мне кажется, не успевало там. Я поплыв снизу. Угу. Да, поплывка не видно. Оно даже есть, съедать не успевало. Но карась, что там творил на этот жмых, это просто труба. Он сидит, наверное. А, вон он. Но сидит, по-моему, что-то. Не? А, может быть, рак. Может быть, рак. У него, у Андриана раки хорошие. Рачок, наверное. Они сейчас активные. Да, червя сняла. И вот так, ребята, мы отдыхаем. Сейчас забросим еще кормушечку на доночку. Вот такая кормушечка у нас будет. Доночка вот с такой кормушечкой. Сейчас покажу, я сделал прикормочку, ребят. Прикормочка у нас где-то 7 компонентов получается. Там и горох, и пшеница, и арнаутка, и крупа мамалыжная. И идет панировочные сухари туда поставил. Чего я туда только не поставил? Короче... Сделай чуть, да, интересное. Сашка вытащил очередного. Черномазер. Да. Черного карпа. Голова. Давай, экстракт. Да,
видишь? Пузатые, блин. Конкретно, блин. Да, ребят, сегодня рыбалка. Карп-фишинг называется, а не рыбалка. Точно рак? Ой, блин, нет, за хвост. Карпик за хвост. Да. За жопу. Не, ну так мы карпиков еще не... И черный карп. Не, ну поплывок ушел. Поплывок ушел. Ушел, была поклевка. Ну, все. Была поклевка. За задницу. Была поклевка. Оставить это все нормально, да? Да. Отпустили. Есть, есть. Карпуша. На червя. Одни карпы. Одни пузатые. Одни пузатые карпики. Да, да, да. Он уже на зиму отъелся. Да. Ты смотри. Похож на меня, да? Что? Похож? Да, да, похож, да. Это уже шестой, наверное, или седьмой? Да, или седьмой. Шестой, седьмой. Да, карпфишингом. Поймал, отпустил. Есть, Саш? Подсак? Эй, подсак, блин. Давай я к тебе его. Сопротивляется. Ух ты, ух ты, как приятно на эту удочку, блин, хоть. Ой, как приятно, блин. Ощущаешь? Ух ты, супер, блин. Ух ты, ух ты, ух ты. О, красавчик. Да, карпушка. А прикормка стоит. Вот такой, ребята, карпик. Карпфишинг. Поймал? Да. Куда ты? Сейчас добавлю, Сашка, комбинированное. Будет и эта херня, и будет та херня. Будет два в одном. Да, да. Карпик есть, но мелкий. Клюнул на две кукурузки на скользящую доночку, ребят. Здесь места более такие застойные, чтобы можно было на метод ловить.
Есть на яме. Первая яма. Там можно подлещика взять, подустика. Я брал плотвичку. Первая яма с комаром была. Ну, там, где свеча как бы. Никонорована яма. Получается, от знака сорока еще где-то метров 200-300. В сторону выезда? Да. Там, где сомов ловят, обычно там. Где начинается отбойник, не доходя до отбойника. Раньше отбойник прям был, получается, возле ямы. Сейчас уже они отодвинули отбойник. Отбойник чуть ниже. Там течения нет большого, да? Там крутит. И там можно бросать и фидер, там можно бросать и доночку. Да, ребят, по сравнению как с начала лета здесь была рыбалка, то заросло капитально. Карась брал с утра, сейчас вообще заглохло все. Ну, осень, одним словом, осень. Сейчас пока только мелкий карпик берет. Ждем вечером, может, вечером возьмет. Да. Да, ребята, карпики уже вот такие пузатые, готовы к спячке зимней. Ой, но красивые. Вот такие сазанчики на следующий год будут где-то грамм по, может быть, нет. Не, больше будут. На следующий год они где-то полкило будут. Да.
Вот здесь, смотри, какой-то есть паразит. Вот он. Сейчас мы его вот так вот выкинем, почистим. И... А как красиво он хвостиком махнул. Эх, я его сбанул за жопу. Значит, ну да. Продолжаем карп-фишинг, ребята. Мелочи много. Да. Вот эти вот все нигеры на килограмме. Да, да. Черный карп, ребята. За нижнюю губу. Классическая поклевочка. Вот такой вот черненький. Красавчик. Арбуз вкусный. Да, арбузы шикарные. Червячок. Кукуруза и червячок. Ну, кукурузка у нас есть. Хоть есть поклевки даже. Это радует. Хоть балдеешь. Как-никак, но балдеешь. Да. Подожди, еще будет вечер. Вечером он еще будет. Крупная рыба, мелкая рыба. Клюет? Клюет. Достаешь. На, Санька. Да. Карп-фишинг, ребят. Карп-фишинг. Вот такие вот поклевочки на подсос. Вот так он мелкий карпик поддергивает. О, ударчик. Еще ударчик. Да, что-то дергает. Ладно, подождем, когда он конкретно возьмет. Рыбалка мечта. Сашка клепает карпика за карпиком. Ух ты. О, их было два. Два? Две штуки было? Ой, блин, да. Это было жестоко. И смотри тоже, какой заглот. Крупный карпик нас обходит стороной. Так, отпустили. Да. На подсос, ребята. На кукурузный жмых. Получается... Только половина кукурузного жмыха размыла. Остальная половина на месте. Вот так вот. Получается, рыба не кормится. Вообще не кормится. В принципе, поклевки есть, но слабенькие. Вот так. Аккуратно. Не, это не рак. Даже не подсекал. Ой, какие они круглые. О, ребята, карп фишинг.
Сейчас мы его аккуратненько отцепим. Поднял и оставил. Да. Я камеру включил, Сань. Поэтому он перестал. Что-то он не хочет клевать на камеру. Да он? Да. Ой, долго. Ой. Нифига себе, да. Да. И удочка. И удочка, да, поклевочка. Но на удочку он еще думает. Ну, тут мелочь. Тут понятно все. Тут все понятно. Все понятно. Здесь все понятно. И гадина. Да, это тут экстрактор. Давай отпущу. А, экстрактор. Да. Не очень-то глубоко, но... Не очень-то глубоко, но... Нет, карт фишинг не прекращается. Так красиво, Саня, он так медленно-медленно пошел. Давай подальше. О, опять карт фишинг. Да, нет. Черный карп. Нет, смотри, какой он черный. Обама, блин. Черный карп. Обама, ты здесь взялся, блин. Глотает пиздец. Нихуя это не рак. Да, ребята. Карп фишинг. Так, плыви, позови дедушку с бабушкой. Помахал хвостиком, сказал, что да, так, дедушки, так и сделает. Что-то ни дедушки, ни бабушки. Да. Не зовет ни дедушку, ни бабушку. Так издалека начинает, так тихонечко. Угу. Выебывается. Выеживается. Смотри, возле берега, блядь, что-то такие. Где он? Ну, вон спрятался. Ух, нифига себе, какой он партизан. Да? Так, ребята, Саня вытащил. А где мой плавон? Не, ну это лангуст сейчас. Саня вытащил. А есть тут больше, это еще не очень большой лангуст. Саня вытащил вот такого красавчика, ребят. О, обалдеть. Красавец. Да, хотя удочка клюет. Идем. Клюет, клюет, клюет. Может, и я сейчас рака вытащу. Ну, он так красиво вел. Да. А, нет, это рак, Саня, клевал. Это пипец был. Это издевательство. Это да, это, блядь. Это издевательство.
Так, ребята. Так, червяк на месте. Нифига себе. Он прямо за хавальник сожрал. Да ну нафиг, он сожрал. Он сожрал крючок, блин. Я что говорю, я его не вижу. Вау. Что ты достал? Да. А прямо это... с хавальника у него достал крючок. Так, твой побольше, этот поменьше. Иди в сетку. Поставь еще кусочек. Кусочек червячка, да? Да, сейчас так и сделаем. Но сперва заброшу эту. Вот такие вот, ребята, караси. Ребята были возле Григоровки и вот взяли такого карасика. И уже, чтоб не идти с одним карасем, подарили. Нет, хороший. Хороший, да. Тут, Санька, полкило почти. Так, поплавочек что-то присел. А может ракушор. А может ракушор. Ну, подождем. Так. Кукурузка. Сейчас попробую, знаешь, что сделать, Санька? Попробую крючок с кукурузкой прямо туда внутрь запихать, в мамалыгу. Ну, правда, мне кажется, он упадет при забросе. Ну, это, походу, толстолоб, бля. Угу, волны красивые. Или карпуша, бля. Смотри на мой поплывок сам. Я в шоке, блин. Рак, наверное, сами, потому что притопило. Но нет поклевок. Вот такая вот у нас рыбалка сегодня с карасями и с раками. Карасями. Спасибо Андриану и Джику за озеро. Шикарно. Эй, Саша, сейчас мастер, я не пишу. Я мой такой сбой. Вот Джику. Че? Крючок я так и не достал. Да, чтобы вот крючок там. Крючок. Уже дома буду резать, да, да. Дойду его там. Пытался его достать, какой там. На, отрезка. Я на мой же. Быстренечко. Я у тебя массет ради. О, вот он. Да. О, ты, блин. Вот такая, ребята, красота. Вот такие вот шикарные лангусты, карасики. Спасибо добродушным хозяевам за подарки. Шикарные вот такие дыньки с арбузами. Домой едем не с пустыми руками.
Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Счастливо. Так. Озеро заснимем. Ай, киллера. Киллер. Алабайчик. Порядка, если бы я не открыл крест в Париже.